В библиотеке нашей республики готовится к заключительному этапу республиканского конкурса «Лучшая библиотека-2017». По итогам первого этапа конкурса определен список библиотек-победителей районных конкурсов. Именно они примут участие в финале названия «Лучшей библиотеки», который стартовал с 1 сентября. Оценивают участников конкурса высокопрофессиональные специалисты культуры и библиотечного дела республики. 7 сентября члены конкурсного жюри оценили работу на Тырбовской сельской библиотеке. Ну, еще одна из критериев, там, да, у нас вот положение, это представлено то, что какая материально-техническая база, да, это информационно-коммуникационные технологии, это, конечно же, и библиотечное оборудование, это и столы, и стулья, и стеллажи, да, что нужно. И, конечно, инновационные методы работы. Если это на селе библиотека, которая выполняет функции с детьми, работает, да, там должны быть и детские зоны, в принципе, это у вас есть, это видно, вот уголок для детей. Это, конечно, все хорошо, но хочется еще побольше, конечно. Вот так вот, на первый взгляд, когда мы зашли, да, видно, работа ведется, люди работают, да, специалисты, ну и что это профессионалы, это тоже видно. Это и правильно расставлен фонды, да, по системе ВБК, это и выставки представленные, вот, вниманию и ваших читателей, и нас на сегодняшний день. Это все хорошо. О том, как готовились к конкурсу и кто им помогал, нам рассказала заведующая библиотекой. Уже много лет проходит конкурс на лучшую библиотеку Республики Адыгея. Мы принимаем участие в таком конкурсе второй раз. Первый раз было в 2011 году. Ну и вот прошло, по прошествии нескольких лет, повторно выбрали нашу библиотеку для участия в этом конкурсе. Конечно, участвовать в конкурсе, это значит, надо основательно подготовиться. Но мы за помощью пошли к нашей родной администрации и нашли поддержку в лице Хамирзова. Мы смогли сделать небольшой косметический ремонт, потому что здание все-таки довольно старое, и ремонт-то требовало. Ну, в основном, конечно, выбирают по каким критериям? Наверное, по работе. Работаем мы давно. Я работаю 16 лет, молодой работник 4 года у нас, библиотекарь по работе с детьми, второй работник. Ну, говорят, что работаем неплохо. Мне кажется, от того, что у нас есть читатели, вот это главный показатель. У нас библиотека, постоянно дети есть, постоянно взрослые приходят. Ну, конечно, мы подготовили и кроме ремонта провели выставочки, подготовили документы, обновили что-то, мероприятия проводили к конкурсу со взрослыми, с детьми. Наша тоже администрация нам помогла в том плане, что они организовали очень быстро проведение этого ремонта, поэтому, конечно, и нашей родной Косицыной большое спасибо. Хочется, конечно, надеяться на хорошие результаты, что наша библиотека оставит благоприятное впечатление на комиссию. Мы ждем. Мы волнуемся, но мы надеемся на хороший итог. О ходе проверки и шансах на успех мы поинтересовались у председателя комиссии. Ну, шанс на победу, конечно же, всегда есть, естественно, но хотелось бы отметить, конечно, работу сотрудников этой библиотеки, да, что это на самом деле профессионалы своего дела. Вот и сегодня, посмотрев их работу, да, мы, конечно же, хотим сказать им и слова благодарности, что на сегодняшний день все-таки библиотека, да, она востребована читателями, да, и если брать ваше конкретно натырбовское население, да, вот и со слов ваших представителей тоже мы видим, и какое внимание и со стороны администрации, да, все это, конечно, очень похвально и хорошо. Конечно, бы хотелось улучшить материально-техническую базу вашей библиотеки, так как ну, необходимость вот на сегодняшний день именно и в информационно-коммуникационных, да, технологиях, также и в таком полном комплектовании, скажем, которое на сегодняшний день, если брать вообще на сегодняшний день библиотеки республики, немножко отстает, да, это те проблемы, которые на сегодняшний день нужно решать не только на Тырбовской библиотеке, но и всем библиотекам республики.